Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом обзоре я хочу вам показать уникальный виджет, который позволяет сделать вот такие вот эффекты, где я провожу мышью, за мышью преследуют, появляются такие вот кругляшки или шарики, и вы в Adobe Muse можете назначить, в принципе, любую область, где будут появляться данные шарики. Может быть, где-то это пригодится. Мне показался этот виджет симпатичным, поэтому для вас сегодня этот обзор. Переходим в Adobe Muse. Из библиотеки, как обычно, виджет перетаскиваем на холст, и он автоматически встает по ширине в 100%. У этого виджета есть такие маркеры, вы можете потянуть за них и назначить им область там, где вы хотите, чтобы появлялись вот эти всплывающие шарики на вашем лендинг-пейдж. Как вы видите, у этого виджета совсем нет никаких настроек, поэтому вы просто размещаете там, где вам нужно этот эффект получить, и растягиваете настолько, насколько вам это нужно. И, в принципе, у нас уже все готово. Смотрим в браузере. Вот если нужно, чтобы объект, логотип Muse там был тоже закрашен, то есть шарики появляются, они никуда не исчезают. Им цвета менять нельзя, вы видели, настроек никаких нет. То есть вот как он есть, может быть, где-нибудь пригодится. С легкостью его можно отправить на задний план, чтобы он не перекрывал ваши объекты, то есть на ваших объектах не будут появляться вот эти вот шарики. Вот сейчас я отправил на задний план, вы видите, я провожу мышью, и шарики проходят под логотипом. То есть это могут быть любые ваши объекты. Картинки, видео, фото, еще какие-то элементы. То есть это просто можно использовать как бэкграунд. Если вам не нужно так сильно ярко, чтобы они появлялись, в принципе, можете воспользоваться инструментом opacity, прозрачность, выделяете этот виджет и вот здесь вот уменьшаете, например, до 20. И тогда они будут такие, видите, блеклые. То есть у них сейчас прозрачность. Если слишком ярко, можно сделать так. В принципе, вот и все. Я заканчиваю этот видеоурок. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу, всевозможные эффекты с текстом, круговой прогресс-бар, маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!